Ну, что вам сказать, дорогие друзья? У меня как бы просто нет слов, чтобы выразить свое отношение к той наглости, вообще бесцеремонности, которую проявляет наш Сбербанк. Вот сегодня 5 сентября 2016 года, вот 19 июля был ответ на мою статью в блоге, которую перепечатали очень многие СМИ, о том безобразии, которое творит Сбербанк с рассылкой спама, который запрещен законодательством, и беспрерывной рассылки по электронной почте и по телефону предложений своих настойчивых аккредитований и обучениях о том, как пополнять мобильный телефон. В течение нескольких лет мне это приходило. Все, вот здесь видите письменное обещание Сбербанка, значит, прекратить спам-рассылку по моим адресам и телефонам. Это еще было 19 июля. Они это слово не сдержали. Вот, пожалуйста, вот мой мобильный телефон. Сейчас покажу, чтобы не отсвечивало. Вот очередное. Да, 30 сентября предложение прислать заявку на кредит. Вот, видите, вот оно. Сегодняшнее число 14.07. И уже было несколько смс-ок и в августе, и в сентябре. Несмотря на неоднократные публикации в прессе, на публикации моих видео, вот, в том числе в Фейсбуке, в группе Сбербанка. То есть Васька слушает, но ест, и шлет смс, и спам. То есть я буду, конечно, серьезно с этим разбираться. Видимо, без суда и привлечения антимонопольного комитета как бы не хотелось никому, не обойдется. Но, в общем, мне это как бы надоело. Вот. А у господ, которые вот свои письменные обещания не выполняют, у них нет ни чести, ни совести. Всего вам доброго.